Всем привет! Пришел ко мне пакетик. Откроем, посмотрим, что там. Так. Где открывается? Вот такие штучки для гололеда. Нужно вот так на обувь надевается и как бы обувь не скользит. Брал я его, потому что я работаю весь день. Иногда бывает и гололед, и на всякий случай. Они недорогие, где-то в районе $4. И здесь пластик, здесь металл. А здесь резинка такая, где-то на, сейчас посмотрим, на сколько миллиметров, на 2 миллиметра. А шипы где-то, не знаю как, ну где-то 3 миллиметра, где-то 5 миллиметров в ширину. Вот такие, не знаю, войдет ботинок или не войдет. Я посмотрю, если чего, закажу побольше. Их там 3 размера. Все, всем пока.